Ребят, сори, сорян, сорян, сорян. Мне друг позвонил по поводу там кое-каких дел. Поэтому и пришлось прервать трансляцию. Но я опять здесь. Можешь ли приехать в твой город и снять с тобой видеотренировку? А почему бы нет? Напишите мне в ЛС ВКонтакте. Грям, на чем заработать можно? Заработать можно на всем чем угодно. Конкретно, если бабок нет, идите в сетевой. А если есть, кстати, тоже можете туда пойти. Ты на Wi-Fi? Да, на Wi-Fi. В коей разе сидишь? Я сижу. Точнее, не только я сижу, здесь еще Грям. Вот, смотри, как красиво. Да, кстати. Сфоткаемся на фоне. Всем салам. Приятного аппетита. Это Ходрим. Это тот чувак. Это тот чувак, о котором многие спрашивают, типа, откуда такой вообще крутой клипец про большевиков. Вот это тот самый крутой рэпер Санкт-Петербурга. Что значит твой новый ник? Ну, мне так удобно. Это цифры, которые ко мне относятся, и сокращенное имя и фамилия. С чего начать свой первый бизнес? Начните с того, что прочитайте книжек 10 про бизнес. Позволяешь ли себе выпивать иногда алкоголь? Это бывает, но это бывает достаточно редко. Сегодня выпил 0,5 литра пива. Но мне просто захотелось темного пива и все. Так какой Евразии сидите? Я говорю, на комендантском, блин, на коменде, прямо у метро есть Евразия, вот мы тут сидим. Про бодибилдинг тебя разочаровал? Нет! Блять! Да не кричи ты на все. Вы заебали уже. Реально заебали, блядь, с этими дебильными вопросами. Ну серьезно, ну ребят, меня бодибилдинг не разочаровывал никогда. Вот все, что можно было там схватить, схватили. Но. Нельзя останавливаться на достигнутом. Эти, кто ругается, тому бань. Баньку. Баньку попариться. Ну потому что, ребят, вы спрашиваете, почему тебя бодибилдинг разочаровал? С чего вообще это взяли? Ну серьезно. Я до сих пор качаюсь. Я дома тренируюсь дважды в день дома. В домашних условиях. И один раз в неделю в зале. Передай привет Яша Лава. Яше Лаве передаю привет. А, кстати, кто там написал? Так. Они специально написали, чтобы ты это сказал. Да и ладно. Ну, я думаю... Сказал, они все сидят. Е-е-е, он это сказал. Ну ладно, что. Пускай подростки веселятся, сейчас скоро школа. Где-нибудь в Мурманске, где-нибудь открытых дверей. Ничего. Все хейтеры, ребят, они школьники. Представляете? Кому не зайдешь, он школьник, 14 или 15 лет. Поэтому что на них злиться? А давай замутим такую акцию. Раз в месяц будем выкладывать просто топ-10 хейтеров. И все. Ребят, давайте сделаем такое, реально прикольно будет. Топ-10 хейтеров, короче. Да, больше. Как они выглядят. Кто они вообще? Да, просто с кратким описанием. Да. Так. Ой. Не ешь со стола. Да? Со стола не ешь. А что такое? Ну чё, как поросёнок. А я поросёнок? На пол стряхнул, всё. На. Тут чувак пишет, что он номер один. Ну хрен его знает, я номер один. Игорь, я тоже номер один. Как бы нас двое, нам этого уже достаточно. Волосы отпускаешь сейчас, как раньше были, да. Растут заново. Всё, теперь только длинные волосы. Ни за что не подстригусь. Бабы, блин, вечно стригут мои волосы. Пошли нахер. Теперь они будут только длинные. Говорят, пропадает ли интерес тренировками и обычному режиму? Да я все равно в режиме, так или иначе. Встаю в одно и то же время, ложусь в одно и то же время. Ем в одно и то же время, питаюсь чистой едой. Пью одно пиво, только без сокоса. Ну, там, может быть, я выпиваю там 0,5 литра пива раз в неделю. И все. Еды ешь, ем. Как бы вам, чтобы не спипеть,
оно со мной. Смотрите, что у меня есть. Волшебная баночка куриного супа. Так ты покажи, что она открыта, а то никто же не верит. А, ой, блин. Она открыта, вот. Здесь стол в кокаине. Мы тут немножко... Every day I'm hustling. Да, у меня закончилось. Это обратно в банку нельзя запихать? Нет, это с меня чисто. Так что, на тебе? Да я уже наелся, да. Я же не могу, я же так спишу. Игорь, это реклама? Да нет, я ем реально Energy Diet. Чё вы? Вы если не хотите его есть, так вы не ешьте. От вашего негатива толку никакого, честно. Я все равно это буду делать, потому что мне насрать на общественное мнение было всегда и будет. Вот вы занимаетесь бодибилдингом, скажите, ваши друзья и ваши знакомые поддерживали вас, когда вы начали этим заниматься? Скажите. Нет. Никто вас нахрен не поддерживал. Все говорили, куда стероидные качки? Вот то же самое, вы стероидные качки, говорите, Energy Diet, Потому что ни хрена даже не изучили вопрос. Верите каким-то придуркам реально, интернетовским. Вы знаете то, что реальные бизнесмены даже YouTube не смотрят, не то, что там оставляют комментарии. Мой мальчик. Все, заебись. Я вам поставлю вот сюда, ребят. Слышь, нормально будет? Это перископ управляющий смотрит. Вточил бы Цулину. Зачем? Ну это, блин, слишком. Это слабый противник. Я не дерусь со слабыми. Да блин, за что? Ну да, за что? Пацана и свое мнение он сказал. Игорь, запиши видос про свое питание. Чем сейчас в основном питаешься, ребят? Если я вам напишу, вернее, если я вам сниму видос о том, чем я питаюсь, какими продуктами, вы же опять начнете орать. А, я нищеброд, я не могу смотреть на то, что Игорь ест стейк за 1700 рублей каждый день. И мясо покупает за 2000 рублей килограмм, не это самое, не дешевле. Это что Игорь не ходит в супермаркет? Нет. Ну вот... Илья, Фейт, вот ты будешь стремиться к тому, чтобы так жить. А люди, которые ни к чему не стремятся, а могут только обсирать, для них это вот бомбежка пукана. Денис Гусев говорил давно, что твоя фигура для него идеал. Я знаю то, что Денис меня поддерживает. Ну, Денис крут. А почему Мэнс Физик заднеприводный? Ну, не все, ну не надо. Но есть там у них такие ребята. Что, реально заднеприводные? Ну не все. Не, ну есть реально. Есть, да. Фу. Ну а как тёлки есть лесбиянки, но также есть и заднеприводные. Лесбиянки-то это лакшери. Ну смотря какие, не вот эти перекачанные трансы. Ты молодец, будь проще. Не, ребят, я буду сложнее. Хотя не, фиг его знает. Топ-3 Мэнс Физик. Денис Гусев и Денис Гусев. Три в одном. Да. Не знаю, я лучше, чем Денис Гусев, ни одного не знаю русскоязычного. Павел Воля. Хотя я не знаю и не русскоязычного другого. Да и Мэнс Физиков дохуя пидоров, чего ж там. Ну что, в Мэнс Физиках есть, ну, пидоры, это нормально уже. Так давай снимай. В бикини, в бодифитнесе, бодибилдинге, шлюхи одна, ну там через одну. Я тут не узнал вообще. Да. Есть, называется, ребят, запомните слово Калипсо. Узнайте номер телефона. Это служба по предоставлению VIP эскорт услуг. Просто звоните туда и узнаете про свою женщину. Шлюха она или нет. И вам там объяснят, шлюха она или нет. И сколько вы уже должны. Да. И чем она занимается, пока вы как бы, ну, пока вы думаете, что она где-нибудь, ну, в спа-салоне, а на самом деле она там. Оп, надо позвонить, спасибо. Кому нужен телефон Калипсо, напишите мне в ЛС ВКонтакте, я вам скину. Че? Ну че, мы теперь еще сутенеры, что ли? Snoop Dogg, блин. За или против? Я против пидоров. Я вообще бы их, нахуй, всех бы расстрелял, блядь. Ну, Освенцим такой маленький сделать. Да, реально Освенцим. Всех их в одно место и всех расстрелять нахер. Знаете почему?
Есть люди такие, которые говорят, знаешь как, а мне же ничего плохого не делают. Блин, короче, кроме двух. Кроме Димы Билана и этого. И Джорджа Майкла. А мне нравится, что он поет. Мне нравится тоже Джордж Майкл. Ну, он такой вот пацан. Ну, я знаю. Ну, и что теперь? Ну, я говорю. Мне вот он, Элтон Джон не нравится. Вот он вообще, да. Я бы вместе с роялем жёг. Короче, реально всех их собрать, этих всех чертей, и нахрен поджечь. И посмотреть на всю эту картину. Короче, что я хотел сказать? Гриныч, ты считаешь мои мысли? Короче, вот этот человек, смотрите, вот он сидит вот здесь. Вот. Yeah. Вот этот человек, это копия меня. Точнее, не копия меня, это мой брат-близнец. Да, да. Мини-мы, ёпта. Человека, который очень похож на меня по менталитету, спустя 29 лет своей жизни. А, вот, что с пидорами делать? Освенцим. Да, Освенцим. Короче, кто там толерантен к пидорасам? Я скажу, вот тот толерантен, вот представь, что твой сын вырастет таким, что ему будут кончать в рот и трахать его в жопу. Фу. Вот и теперь будь толерантным, чувак. Смотри, реально народ сидит, серьезно, такие не слушают эту жизнь. Запретить детей им расти. Да блин, вообще запретить их пидоров, ну реально, просто заебали. В Советском Союзе это же как душевно больные, это болезнь была. Так это и есть болезнь. Ну, так это и есть болезнь. Душевно больные. Ну ты прикинь, да, ты сидишь и хочешь, чтобы тебя братан трахнул. Это же жесть вообще. Вообще пиздец. Их кастрировать надо нахуй. Да просто завалите все, чтобы они даже и говорить не могли. Либо жопу зашивать просто. Вот, жопу зашить. Игорян придумал новый вид экзекуции для пидоров. Это зашивание жопой. Смотрел фильм «Девушки за ней»? Нет. Игорь, ответь. Что такое ответь? Я не могу все комментарии читать. Я же общаюсь со всеми. Игорь, есть видео, с чего ты начинал по переезду в Питер? Да, есть. Одни из начальных видео «Мясо по ГОСТу». Кто обзывается, тот идет нафиг с моей трансляции. Мой дом, мои правила. Я матерюсь, вы не имеете права. Ну, точнее, имеете право, если вы окрашиваете картину. Но если вы оскорбляете, то извините, ребят, я с нахалами не общаюсь. Только с одним. С каким? Со мной. Нет, ты вообще красавчик. Маленькая хамлота. Ну и что, я тоже маленькая ФМО. Так ты расскажи, что ты будешь со мной делать. Мне же интересно. А. Игорь, ты очень крут. Ребят, я скоро реально буду очень крут. В мае. А в августе вы узнаете один секретик, кем я являюсь. Так мало зрителей, твое мнение об этом. Мало зрителей где? Когда детей планируешь? Скоро, я хочу очень много детей, и пора бы уже этим заняться, реально. Игорь, гонаду надо ставить на курсе? Если использовать тестостерон, надо ставить в середине курса. Где-то, ну, на 5-6 неделе. Обязательно. Что там за муту замутил? Нормальная замута. Вообще крутая. Это я вам говорю, я одну сцену поменял на другую. Но выступать я все равно буду. Но мне пора бы в дебилинг. Спасибо за ответ, пожалуйста. Подождите. Банка Energy Diet не входит. Во. Сам суши жуешь такой. Так ты посыпай, короче, или макай, как в сою. Да? Да, я тебе говорю, это вообще... Ребят, смотрите, Игорян что придумал. Берем Energy Diet. Не, оно все развалится. Бляха-муха. Другой дело. Берем сушу. Опускаем его в соевый соус. Запихиваем в Energy Diet. И добавляем чуточку курочки, видите? Даже побольше чуть-чуть. Во. Хорошо, мы разобрали, нет куриного супа. Да? Но. Так ты его весь забрал, потому что... Мне он просто нравится больше всех. Не, погодите, надо красиво, чтобы было вот так. Назови авторов, которых ты советуешь почитать ББ. Прочитайте 30 книг про ББ.
30 книг. Это все книги, которые я реально нашел. Через 30 книг у вас отсеется вообще все напрочь, весь бред. И вы будете знать очень много информации. Игорь, удачи тебе. Спасибо большое, вам тоже удачи. Почему ты выглядишь старше своих лет? Потому что я мудр. И много чего достиг в этой жизни. Какие книги по бизнесу читаешь? Разные. Про сетевое обычно. Люблю книги Роберта Киосаки. Он там реальную тему толкает. Особенно про сетевой. Можно чекин. Можно без ГР готовиться. Можно делать форму без ГР. Форма может быть жесткая. Просто нужно много достаточно андрогенов туда фигачить в топку. Но это можно реально. Одни понты – это обзывательство. Заблокировать. В смысле, одни понты у нас? Не знаю, но... Ты, походу, зал хочешь открыть. Но не буду вам рассказывать про все свои планы. Ну, почему бы и нет? Ну, почему? Какой сейчас натуральный уровень тестостерона? Выше нормы. Двенашечка. Ну, кто сдает, те знают. Ты работаешь тренером? Нет, я не работаю тренером уже давно, ребят. Очень давно. Но я тренирую своих друзей. Гостюнин джим. Как название-то? Нет? Нет, мне нравится. Придумали же. Гост-джим. Гост-джим. Вот гост-джим прикольно. Как называется эта группа? Какая? Придумали же название для зала. Гост колыбель богов? Колыбель, да, колыбель богов. Колыбель богов. Мне нравится. Не-не, у нас есть название одно кайфовое. Думаю, что три раза его сказали. Такие все, и теперь тишина. Никому не говорите. Сделать свою команду ББ. Да нафиг мне это надо. Я не делаю то, что делают другие. Я делаю всегда новое. Всегда по-другому. Я не копирую, я не ксерокопия паспорта, блин. Ребят, я создаю всегда... Я иду первым, я создаю что-то новое. Я встречаю как мнение за, так и мнение против. Но мне пофигу, я делаю то, что я хочу. После тренировки в Евразию нет. Это уже второе место, которое мы пришли покушать. Мы сегодня очень хорошо качнулся. Кстати, если хотите тренировку с Кириллом Инги, мы замутим. Сегодня виделись, и мы постоянно это обсуждаем. Если захотите узнать, как Кирилл накачал себе такие огромные бицепсы в натурашку, мы снимем ролик реально. Что, не колол даже? Чё? В натурашку, в смысле, ничего не колол? Да. Это реально? Да. Больше, чем у тебя? Нет. Я так колол же. Кто обзывается, то... Короче говоря, ребят, вы хотите посмотреть, как дома можно накачаться? Потому что у меня нет времени реально качаться в зале сейчас. Сколько белков и углей? Как бы... Я вообще не запариваюсь сейчас по счетам БЖУ. Я просто ем хорошие продукты, качественные. Покупаю. Кто в Питере живет, те знают магазин Гирлянда. Вот там всегда качественные продукты. Там я питаюсь. Просто беру то, что мне нравится, и все. Короче, ребят, рад был с вами пообщаться. Не-не-не, Гирлянда. Гирлянда. Все, ребят, будьте добры, мне веселее и здоровее. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам за ваши чудесные вопросы. Солнышко вам и жаркой ночи сегодня. Пока-пока.